Очередную партию гуманитарного груза отправили сегодня из Нижневартовска. В этот раз его большую часть составили адресные посылки от родных и близких бойцов. С 6 по 28 января удалось собрать 191 именную коробку. Сбор адресных посылок будет ежемесячным. Следующий продлится с 16 по 23 февраля включительно. Помимо адресной помощи отрабатывают и запросы от самих бойцов. Добровольцы ГУМ-корпуса также находятся на связи с мобилизованными жителями города с руководством Центрального военного округа и знают, что именно необходимо. Списки корректируются. Информация о них размещена в группе «Все для фронта, все для победы» в социальной сети ВКонтакте. Так, в эту партию груза вошли также утеплители для блиндажей, изолон, пленки, бочки, медикаменты. Ребята очень нуждаются и ждут, естественно, любой помощи, благодарны всему, что мы помогаем. Сейчас в основном большие запросы идут по строительным материалам, гвозди, лопаты, ломы, бензопилы. То есть ребята продвигаются, естественно, нужно окапываться, и им нужна большая поддержка.